очень зря окно открыл, на звезды долго я смотрел, а насмотревшись позабыл, закричал сильно сожалел. А утром рано эти птички случайно солнцем за окном своей веселой перекличкой ворвались все в мое окно. Прохладный свежий ветерок на ушко тихо прошептал: «Вставай, пошли со мной», сказал. Сигнал такой он мне подал, и так приятно на душе. Рассвет, прохлада, перекличка, поднялся в этом мираже. К окну пошел я по привычке. Рассвет опять мне спать не дал. Зачем надежду не вселяешь? Ты знаешь, ждать я так устал, а ты покой мой нарушаешь. Закрыл окно я сильно плотно, и прекратился этот гам. Пошел в постель я неохотно, пошел к своим спокойным снам. Закат мне стал равно милее, рассвет надеждой будоражит. Рассвет переношу больнее, тоску он мне опять навяжет. Зачем надежда мне нужна? Усталый ни к чему теперь, я ею сыт уже сполна. Закрыл за нею плотно дверь. Я уберу свои волнения с надеждой в рот.